Одинокие пожилые люди, как правило, жители старых районов. Добрящане, которые на протяжении долгих лет трудились в городе, работая на его промышленные и экономические успехи. Сегодня многим из них идет 8-й, а то и 9-й десяток. И в силу возраста они нуждаются во внимании и заботе, которые им оказывают профильные службы. Так в очередной раз навестить одиноко проживающих граждан отправились представители территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района и Красного Креста, которые доставляли наборы с моющими средствами и предметами личной гигиены. Мы доставляем гуманитарную помощь в виде гигиенических наборов. Эта помощь доставляется нуждающимся. Предварительно мы составляем списки, и ее получают подопечные нашего центра. На данный момент это будет порядка 30 гигиенических наборов. Всего за день специалисты должны доставить порядка 30 пакетов. И это только часть от общего количества тех, кто нуждается в этом. Причем, посещая каждого такого подопечного, сотрудники центра старались уделить ему минутку внимания и заботы. Ведь для пожилых людей в период пандемии гости – такая редкость. Им они действительно рады. Мы помогаем людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Чаще всего к категории таких граждан относятся люди с инвалидностью, либо одинокие пожилые граждане. Эти люди знают, что всегда могут обратиться за квалифицированной помощью, консультацией, за поддержкой и в наш территориальный центр, и также в Красный Крест. Эта акция – лишь один из теплых жестов уважения, внимания и заботы о пожилых людях. На протяжении всего года они окружены поддержкой общественных организаций и социальных служб. К слову, в ближайшее время ко многим из тех, кого в рамках акции посетили ее участники, вновь придут гости с помощью по заготовке плодово-овощной продукции.